Всем привет, дорогие друзья! Как вы думаете, где мы находимся? А находимся мы на фабрике по изготовлению мебели. Многие из вас просили меня снять видео об изготовлении мебели по индивидуальным заказам в Алане. И сегодня мы пришли на фабрику Test Group, и владелец фабрики Зейки Бэй расскажет нам сейчас о том, как эта фабрика была основана, кстати, очень и очень интересная история, о том, какие услуги оказываются, какую мебель производят, как вы можете заказать эту мебель, которая будет радовать вас всю жизнь. Друзья, не забывайте включать субтитры на русском языке для того, чтобы увидеть перевод того, что говорят на турецком языке, а самое главное, не пропустить всю важную информацию о производстве мебели в Алании. Merhaba, ben Zeki Türk. 35 senedir mobilya sektöründeyiz. 2013 yılından beri Alanya'da ikamet ediyoruz. Dekorasyon üzerine ağırlığımız, mobilyanın her türü. Çalıştığımız genelde evler, anahtar teslimi evler yapıyoruz. Veya kafe, restoran, bar, otel, o tür işler yapıyoruz. İş yerimiz burası, görmüş olduğunuz gibi. Mobilya ile ilgili ne varsa yapabiliyoruz. Я да не интересуюсь. Друзья, хочу также вас познакомить с архитектором и дизайнером интерьера Оускан Бэй. Он как раз сотрудничает с Зеки Бэем, с фирмой Test Group. И если у вас будут какие-то проекты, которые вы хотите осуществить в своей квартире или в офисе, или хотите открыть новый бизнес, Оускан Бэй и его супруга, которая говорит на русском языке, помогут вам сделать совершенно любой дизайн, а также, возможно, улучшить ваш дизайн. Поэтому, когда вы обратитесь в компанию Test Group, у вас не будет совершенно никаких проблем с знанием русского языка, потому что ребята делают не только прекрасный дизайн, но и говорят на разных языках. А вы не забывайте открывать субтитры для того, чтобы понять, что представители компании говорят на турецком языке. Кафе-ресторан işlerimiz genelde yurt dışında var. Türkiye'de birkaç restoran ve kafe anahtar teslim yaptık. Genelde Belarus ve Kıbrıs ülkelerinde çalışıyoruz kafe restoranda. Ayrıca villa, daire işlerini anahtar teslim yapıyoruz. Alanya genelinde çalışıyoruz. Yine Türkiye diğer şehirlerde de işlerimiz yapılıyor. Yani genelde anahtar teslim iş yapıyoruz. Tasarımı bizzat ben yapıyorum, hiç bilmiyorum. Ve atölyede üretim yerinde de tüm uygulamaları yapıyoruz. Müşteriye ait herhangi farklı tasarım da oluyor. Yani sadece kendimize ait tasarımlar değil de müşteriye ait özel tasarımlar olursa da onu da uyguluyoruz. Müşterilerimiz genelde memnun. Bazı durumlar haricinde hiçbir sıkıntımız olmuyor. На этой фабрике используют два типа материалов. Это готовый материал для покраски или покрытия, либо настоящее дерево. Например, здесь представлен вот такой вот домик из настоящего дерева, который можно использовать как офис. Ну а если вы хотите какую-то невероятно красивую мебель из натурального дерева с индивидуальным дизайном и с тем, чтобы мастер сделал какие-то узоры на этой мебели, также на этой фабрике все возможно осуществить. Зеки Бэй организовал свою первую фабрику в 1984 году в Анкаре. Зеки Бэй, сизин ilk fabrikanız hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Nasıl başladınız bu iş? Biz bu işe çıraklıktan başladık. Ankara'da benim abim var. Abimin yanında başladım. 89 yılında kendi iş yerimi açtım. Abimin yanından ayrıldım. Yaklaşık 2012'ye kadar Ankara'da devam ettik. Daha sonra buraya taşındık. 2013 yılından beri buradayız Binçay'da. 2013 yılından beri restoran, kafe, işte buna benzer yerler, otel, ev komple anahtar teslim, bu tür işleri yapıyoruz. İmalat üzerine, yani biz de sipariş üzerine çalışıyoruz. Ağaçtan başlıyoruz, ağacı alarak başlıyoruz, sonra evde mobilya olarak görebilirsiniz. Yaptığımız işte bu şekilde. Друзья, как вы видите, Зеки Бэй начал свою работу с подсобного рабочего. С 2013 года находится их фабрика в Алане.
Какие услуги, какую мебель делает эта фабрика? Абсолютно любую мебель на заказ для кафе, ресторанов, отелей, вилл, квартир и полностью делает квартиры под ключ. То есть, если вам нужна не только мебель, но, например, остекление балкона или какая-то другая мягкая мебель, фабрика Зеки Бэя все может сделать по самым индивидуальным заказам, потому что все машины у них есть, все необходимые станки. Зеки Бэй, сде ха тюрлю макина ваш, дильми, ха... Ve şey erişçiliği. Erişçiliği. Oyma üzerine ağırlıkta şeyimiz var. Да, даже индивидуальные заказы ручной работы фабрика может делать. Мебель с различным покрытием, мебель крашеная, мебель с различной обивкой. В общем, в этом видео мы сейчас проведем вам экскурсию по фабрике, расскажем, какие материалы они используют. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что в описании к этому видео находятся все контакты этой фабрики, веб-сайт, телефон, ссылки на социальные сети, Instagram, Facebook. Вы напрямую можете обращаться к Зеки Бэю. Сизин фирманыз бир мемар или да чалышер? Экол дизайн. Oğuz Bey'le beraber çalışıyoruz. Hı-hı. Oğuz Bey çizim ve ölçümlerde ağırlıkta şeyi var. İmalatı biz dizayn olarak da Oğuz Kağan Türkmen. Fabrika сотрудничает с профессиональным дизайнером. Поэтому, если вы хотите какой-то красивый дизайн в вашей новой квартире или переделать квартиру, вам помогут Русча Конушан персональный сдавать. Ваш. Есть русскоговорящий сотрудник, который поможет вам сделать замеры, сделать дизайн, ну и, конечно же, произвести очень классную мебель. А сейчас давайте пройдем по фабрике и посмотрим, что у них здесь есть интересного. Öncelikle merhaba, ismim Mustafa. Tez Group bünyesinde ustabaşı olarak çalışmaktayım. Size kısaca firmamız hakkında birkaç bilgi vermeye çalışacağım. Gördüğünüz makine bizim ağaç işlemelerinde kullandığımız hizar olarak adlandırdığımız makine. Ağacımızın ilk işlemeye başlandığı makine bu. Burada ebatlanan ağaçlarımız daha sonra diğer arka tarafta görmüş olduğunuz Planya ismini verdiğimiz makinede temizlenip silinip tekrardan ikinci bir makineye geçtikten sonra akabinde oyma işlemine geçilmekte. Oyma işleminde diğer ustamız müşterinin isteği doğrultusunda belirlemiş olduğu modelleri panellerimizin üzerine işlemektedir. Bu makinamızda dediğim gibi ağacı ilk kesildikten sonra temizleme işleminin yapıldığı makinamız bu. Burası da temizleme yapıyor. Diğer yan tarafında kesim işlemi de yapılabilmekte aynı şekilde. Buradan çıkan makinamız, çıkan ağaçlarımız dediğim gibi oyma işlemimizin eline geçip oyması yapılmakta. Şu anda zaten bir masa üzerinde çalışmakta, yapılmakta şu anda. Bu sehpa olarak tasarlandı, üzerinde oyması yapıldı. Daha sonra ayaklarının montajıyla birlikte boyaya geçecek. Arka tarafta yine boyahanemiz var. Boyahanemizi de göstereyim. Bu tarafta da yine ilk baştaki makinamız var. Makinamızda yine yine fabrikadan gelen malzemelerimizi MDF olarak adlandırdığımız malzemelerimizin kesimi yapılıp daha sonra burada görmüş olduğunuz bantlama makinesinde bantlamalarını yapıp tekrardan tezgahımızı alıp ürünlerimizin montajlamasına geçiyoruz. Gördüğünüz makinede kesiyoruz malzemelerimizi. Mobilya imalatında kullandığımız malzemelerimiz renkli olarak adlandırdığımız MDF lam olarak malzemeler bunlar var. Bir de ham olarak hani lake boya işlemi uyguladığımız ham olarak kullandığımız MDF malzemelerimiz var. İki çeşit farklı malzeme kullanıyoruz imalatlarımızda. Yine dediğim gibi bu makinede sadece ağaç işleriyle alakalı ahşap keresteleri kullandığımız makinalarımız bu. Ahşabı sadece bu makinalarda kullanıyoruz. Bu şekilde söyleyeyim. Hatta yukarıda kendimize yapmış olduğumuz bir
ofis tarzı bir yerimiz var. İsterseniz oraya da bir bakabiliriz. Burada görmüş olduğunuz gardıroplarımız, kurulumları tamamlandı. Sadece zımparaları yapılıp arka tarafta görmüş olduğunuz boyahaneye götürülecek, sökülüp boyanması için oraya gönderilecek. Bu hazır malzeme olarak adlandırdığımız, MDF lan diye adlandırdığımız malzemeden yapılmış olan mobilyamız, bu bir gardırop. Yan tarafında bir tane konsolumuz var. Yine çamaşır, elbise için kullanılması gereken, kullanılacak olan daha doğrusu. Kaplama olarak değil, hani normal MDF lan dediğimde fabrikada kaplanmış olarak bize geliyor. Biz sadece bunun işlemesini yapıyoruz. Hani kaplama olarak sadece ham malzememiz var. Bunu müşterinin isteği doğrultusunda farklı renklere de boyayıp kullanabiliyoruz. Mesela burada bir tane işleme yapılmış olan, üzerine işleme yapılmış olan bir tane kapağımız var şu şekilde. Bu da aynı şekilde boyanıp müşteriye gidecek. Bu mesela farklı bir renk, siyah renkli boyamız var. Burası da boyahanemiz. Boyahanemizde ustamız zaten şu anda zımparalayıp son kat boya atmaya hazırladığı malzemelerimiz var. Bunların boyaları hazırlanıp daha sonra montaj yapılmak üzere müşterilerin evine gönderiliyor. Bunlar boya daha önce astarlanıp daha sonra zımparası yapılıyor. Akabinde tekrardan son kat boyalara atılıp hazırlanıp ambalajlanıp müşterilerin evine gönderiliyor. Dinlendirme odası boyahanemizin. Boyanan malzemeler burada hem kuruması için hem müşterinin evine gönderilmesiye kadar burada bekletip ambalajlayıp montaj için müşterinin evine gönderiyoruz. Dediğim gibi mobilya imalat konusunda her türlü kişiye özel mobilya veya toplu işlerimizde uzunca çalışmanızı bekleriz. Her şey için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Здесь делают мебель для ресторанов, магазинов, квартир, домов. Также делают полностью интерьеры под ключ. Как я уже говорила, если вы хотите, чтобы вашу квартиру полностью оборудовали мебелью, застеклили балконы, сделали лестницу, если у вас есть пентхаус или вилла. Также привезли сантехнику или мебель, или бытовую технику, все это делает компания совместно с архитектурным бюро, которое занимается и дизайном, и архитектурными решениями. Что же здесь есть интересного? Вот вы видите, например, шкаф, который совсем скоро уйдет под покраску, а также есть уже готовый шкаф, который сделан из материала, из готового материала, вот с таким вот интересным покрытием под дерево. Как вы видите, делают на фабрике и раздвижные шкафы, и вот такие вот высокие шкафы под потолок. Если вы хотите, например, в кладовке, в ванной комнате сделать мебель, которая будет точно подходить по размерам к вашей комнате, можно сделать вот такие вот тумбы. Видите, как сделано здесь, например, для ванной комнаты или для кладовой, куда можно убрать всю необходимую мелочь, которая не будет портить красоты вашей квартиры. Мебель красят совершенно разные цвета, и если вы хотите сделать какой-то индивидуальный узор или дизайн, также можно сделать это мастер, который делает это руками, либо есть специальные машины. Также покажу вам еще одну очень интересную машину, которая оформляет вот эти вот поверхности. Вот этот станок, он как раз и оформляет вот эти вот края для того, чтобы мебель смотрелась аккуратно. Вот вы видите здесь необработанный край, а вот здесь вот уже край обработанный для того, чтобы мебель смотрелась красиво и аккуратно. У ребят очень большой каталог покрытия для мебели, то есть вы можете выбрать от самых светлых цветов до кардинально черных, синих, красных, золотых, какие вы хотите. Как я уже сказала, дизайн также можно сделать совершенно сумасшедший или очень консервативный и минималистичный. Ну и конечно же, все по индивидуальным заказам. Дорогие друзья, вот такие вот
прекрасные домики, а также возможность сделать сауну или достаточно большой дом из дерева могут также для вас сделать на этой фабрике. И, конечно же, для офиса из натурального дерева можно изготовить вот такой вот стол. И посмотрите, даже вот такую вот прекрасную лампу. Все из натурального дерева. Напишите обязательно в комментариях, какой стиль в квартирах вы предпочитаете. И бюро архитектурное, интернет-дизайн, бюро, с которым сотрудничает эта мебельная фабрика, предлагает совершенно уникальные, красивейшие интерьеры. Вот такое интересное у нас получилось видео по вашим запросам. Я надеюсь, что я смогла ответить подробно на некоторые ваши вопросы о производстве мебели в Алании. Ребята продолжают работу, ну а вы, конечно же, смотрите контакты архитектурного бюро и фабрики по производству мебели ТС Групп в описании к этому видео. Подписывайтесь на их социальные сети. Ну и, конечно же, мечтайте и заказывайте красивую и потрясающую мебель для вашего дома и бизнеса. Я с вами на сегодня прощаюсь. Добро пожаловать в Аланию, ну и, возможно, в ваш новый дом в Турции. Всем всего хорошего. Пока-пока.